Вже скоро для курців настануть важкі часи. В Україні хочуть заборонити продажу алкогольних напоїв та сигарет в супермаркетах. Автори нового законопроекту пропонують здійснювати продажу в спеціалізованих торгових точках. Як мешканці Дніпра ставляться до нового законопроекту, дізнаємось прямо зараз. Отрицательно, потому что есть продукт питания, и он должен продаваться со всеми остальными продуктами. А ограничения какие-то, это при Сталине могли вводить. А чего сейчас вводят, я не знаю. На что это повлияет, тоже неизвестно. Я, честно, не вижу в этом смысла. Просто товарооборот не улучшится, не ухудшится от этого, по-моему. Сигареты, курильщики как покупали, так и будут покупать. Алкоголь зло. Надо вообще продать, запретить. Полностью. По всей стране. Алкоголь и сигареты. Отлично. Мне это нравится. Конечно. Это здорово будет. Да, это будет здорово. Нормально. Хай продают. Яка разница, де продають, чи там, чи там? Що виграють? Нейтрально, але ціни можуть зрости на це, і це стане менше доступним. Ну, тільки і за це. А так воно не дуже влияє, думаю. Як буде, так буде. Не вижу нічого страшного. Що, ніхто не знайде, де купити сигарети, якщо треба буде, знайде. Ну, может быть, это способствует какому-то ниже продажи будет, может быть, может быть. Если цель получается понизить продажи, чтобы население меньше потребляло, то, возможно, это сработает. Без разницы абсолютно. Нейтрально. Как лучше ребятам, так лучше. Люди здесь курят. Какая разница? Мы очень даже против. Мы живем на таком районе, у нас одно у нас АТБ. Никаких спиртных магазинов нет, никаких ларьков вообще нет. Поэтому, если какой-то праздник или торжество купить, мне надо с этого района ехать в город. Это бред, это сумасшедший бред. О чем думают авторы законопроекта? Да? Они ни о чем не думают, потому что они живут на всем готовом, им все принесут, и они все пьют, и даже не знают, что почем. А есть ли смысл? Кому надо, тот найдет. Ну, без проблем будет меньше пьяных людей на улице вечером. Мне нет 18 лет, поэтому я не могу об этой теме что-то говорить, но я считаю, что пусть люди сами выбирают, а не чтобы им ничего не запрещали. Пусть сами выбирают, хотят пить, хотят курить, пусть пьют и курят, не хотят, пусть не пьют, не курят. Это отлично, лучше вообще не продавать ни то, ни другое, и все, любите своих родителей.